Приветствую на канале «Правильный выбор». В этом видео я расскажу о стиральной машине Indesit IWSD51051. Подборку ссылок на актуальные цены вы найдете в описании. Если вы еще не подписались на канал, рекомендую это исправить, обязательно активируйте колокольчик. Тогда вы не пропустите выход нового ролика. Поделиться своим мнением и задать вопросы вы можете в комментариях. Узкая стиральная машина из серии EcoTime хорошо подходит для небольших квартир и обеспечивает высокое качество стирки. В этой модели реализована несложная механическая электронная система управления. Владелец легко может выбрать нужную программу или задать параметры при помощи удобных переключателей и кнопок, а информация выводится на цифровой дисплей. Стиральная машина оснащена рядом специальных программ, предназначенных для эффективной стирки определенных видов одежды. В частности, предусмотрены режимы для стирки спортивной одежды, а также вещей из джинсовой ткани. Барабан объемом 5 кг позволяет загружать большое количество одежды или постельных принадлежностей. Функция «Отложенный старт» с таймером, рассчитанным на срок до 24 часов, позволяет выбрать время стирки, наиболее удобное для владельца. Достаточно загрузить вещи, выбрать программу и установить время, после чего стирка начнется автоматически. Программа «Хлопок 40 градусов» специально разработана, чтобы обеспечить дополнительную заботу о ваших хлопковых изделиях, эффективно удаляя пятна при 40 градусах. Программа «Хлопок 60 градусов» обеспечивает превосходные результаты стирки изделий из хлопка при 60 градусах. Часто занимаетесь спортом или предпочитаете спортивный стиль? Тогда специальная программа «Спортивная обувь» создана специально для вас. Теперь вы можете стирать любимые кроссовки, стиральная машина деликатно позаботится о них. Специальный датчик автоматически регулирует расход воды в зависимости от загрузки белья. Начните экономить на потреблении воды, электроэнергии и вашего времени. Функцией EcoTime можно воспользоваться для стирки до 3 кг белья. Она позволяет ускорить стирку на 30%, а также снизить расходы воды и электроэнергии на 40% относительно расхода, характерного для обычного цикла. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас расскажу о них, сначала отрицательные. При короткой стирке не подогревает воду. Неудобные режимы, нельзя задать время стирки. Загрузка только 5 кг. Нет защиты от детей. При отжиме немного трясется. Плохая балансировка. Малый ресурс. Вместо ремонта проще купить новую. Теперь перейдем к положительным. Крупная дверка. Соотношение цены и качества. Машинка не шумит и не скачет по ванной во время работы. Табло с индикацией оставшегося времени стирки. Вместительное, удобное управление. Стирает и отжимает хорошо. Сигнал по окончании подает. Программы быстрой стирки и стирки спортивной обуви. Относительно компактная. Под видео в описании оставлю подборку ссылок на выгодные цены и актуальное наличие. Чтобы не пропустить выход нового видео, включите колокольчик и подпишитесь на канал. Буду рад обратной связи в виде лайков и комментариев. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».